У меня такое ощущение, что господин Ричан, как премьер-министр, решил все проблемы у нас в Молдове. Он поднял пенсии, он поднял заработные платы, он снизил цену на газ, он построил все дороги, он решил проблему исхода жителей наших, он решил проблемы фермеров. Он все решил в стране, все то, чем он должен заниматься. И вот он занялся проблемой, должны ли ездить наши граждане в Россию и как наказывать их. Я сожалею о том, что премьер-министр страны абсолютно не понимает свою миссию и назначение. Он не понимает, чем он должен заниматься. Либо он хорошо понимает, но он не справляется. И от того, что он не справляется со своей работой, от того, что его правительство является, ну, одним из самых непрофессиональных правительств за эти 32 года. Вы так оцениваете, да? Но я работая с 10 премьер-министрами, я могу смело заявить о том, что он действительно является непрофессиональным премьер-министром и достаточно плохим менеджером. И человеком, с которым я проработала с ним практически около года, чуть меньше, да. И, к сожалению, с ним невозможно было решать ни одну проблему. С ним невозможно было строить какие-то планы по развитию региона в тот момент, когда я была во главе гагаузской автономии. То есть это человек, абсолютно не понимающий, что такое государственное устройство. Человек, абсолютно не понимающий, что все его усилия, усилия его команды должны быть направлены на благосостояние жителей этой страны. Что он должен заниматься решением проблем, и он должен думать о том, что будет с Республикой Молдова и что нужно сделать для того, чтобы через 5, 10, 15 лет у этой страны было хорошее будущее.